Красный Крест получил аккредитацию на работу в Донецкой Народной Республике. Международный комитет Красного Креста прошел все необходимые процедуры регистрации для работы на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил руководитель делегации ДНР в контактной группе в Минске Денис Пушилин. Также спикер Народного совета ДНР заявил, что другие организации из числа тех, кто подавал документы, не получили аккредитацию по различным причинам.